В этом году в региональном этапе всероссийского творческого конкурса «Аленький цветочек» приняли участие 300 юных талантов из Ульяновской области. На региональный этап вышли 82 конкурсанта. Наградили победителей в областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова. Мы живем на богатой литературными традициями земле. И хоть это мы говорим часто, повторяем, но это правда о нашей земле литературной. И наши 12 литературных апостолов, которым мы посвящали целый год литературы в Российской Федерации, я думаю, известен не только здесь у нас, но и далеко за пределами нашего региона. Конкурс «Аленький цветочек» в нашем регионе проводится с 2002 года. В прошлом году он вышел во всероссийский формат. За эти годы участниками состязаний стали более 12 тысяч ребят от 7 до 14 лет. Конкурс помогает развить творческие способности детей. В нем они могут проявить себя в качестве рассказчиков, иллюстраторов и писателей, сочиняя свои сказочные истории. Моя книга называется «Пионовый сон». О девочке Кате, которая путешествовала по миру. Ну, я придумала, что со мной мой друг Лучик. И мы путешествуем с ним по миру. И он мне все говорит там. Помогает. Все победители также примут участие во всероссийском этапе конкурса. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.